Жауланет эфирин талын программа студиян Анастасия Михайлова. Владимир Уйбанышта очи-чочи регионца улыш яздоры. Тая кыжок мысы видео шочимнен юралышлыш уджвочи шерти комин кола чужедны сит шушана самоизоляция. Эд суфтадны вишем пашкалам эзна артмы. Сымын бырья суткен пас еманышта кыжкак ямыс вишиш. Инфекция кад вуцаша могыш нёльша шижимда шижим врач велычысны выльпов. Кутасны ужаны инфекционизды реаниматор. Нам направили 5 врачей-реаниматологов, двое из них уже прибыли и сейчас начали работать в наших клиниках, остальные на подъезде. Добавлю, что кроме кадров мы усиливаемся и медицинской техникой. Снова у нас поступление медтехники, это 5 аппаратов ИВЛ, но мы не все оставляем здесь в центре, в Сыктывкаре. Мы по одному аппарату отправляем в Инту и в Ухту, в больницы, в центральные районные, для того, чтобы там тоже был резерв по аппаратам ИВЛ. Интаны вичешены соттад отцег бурьялуна сэны утприе вишмыс нёль морт. Наестамны смедикеслен дежурулын. Они находятся в больнице, получают лечение в полном объеме и полностью изолированы. Все они утверждают, что за пределы города не выезжали и с иногородними гражданами не контактировали. На обследование направлены биоматериалы еще нескольких человек, которые также госпитализированы. Роспотребнадзор и медики отрабатывают контакты заболевших интинцев. Сотаджи пашкала комиен коронавирус. Карта вылынстывча тудала меду на вишиш Сыктывкарын. Сэща ухта кулымдын көрткерес. Инфекция эзнавойчи чилимдын вуктыл мулдын район ясыч. Вичоса юалым войс социальный веспер Владимир Уйбалы. Йоз йонжикаса юашесны дерт коронавирус елыш. И вочак вес вылезы в стыч. Юралышлыш уджи вочиш вочавиджис кыджи врач. Стыджика юалым яс елыш мия репортажын. Нюлид местащань кыши жимадач. Республика некомын вежонан артмыс лунедны коронавирус вишем пашкалам. Но тая вучсаща мыс мунай завщукыда. Коми да и став мир медвуджащ воча ашесны тая вишем кад. Кудланка инфекция некуджо успеткачы. Но тавала виджет так морт ветлада да вишмада мукадас. Тавасна коронавирус ищ медбурвичущем тая самоизоляция. Вы сказали 27-е, я на самом деле этому радуюсь и одновременно очень опасаюсь, потому что вот у нас вчера было 7, сегодня за сутки, а сегодня 20. И это говорит о том, что мы нестабильны, Это говорит о том, что значит где-то еще мы пропускаем людей, которые были контактные, но мы их не видели. Потому что как только мы овладеем ситуацией полностью, как только мы будем понимать, что вот этот контактный больше не дает ни одного контактного, вот тогда мы можем сказать, что мы точно ситуацию контролируем, мы точно ее владеем. И, на мой взгляд, как раз после 11-го можно будет к этому вопросу вернуться. Пырыс пашкалам, кад тышкашна отцала и вишучасыз вучвыв эрдедам. Республика там могущенё быс иммунитет йодмадан препарат яс. Мы отцала венны вишем, а сичка и чинтыны йонан ёрпалыш яслышлыд. COVID-19 кад венлаша могыш кокнедесне и больничный лист воштам. Мы сейчас уже вышли даже на то, что ОРВИ, не подтвержденный ковид, просто ОРВИ, обязательно больничный лист. Тем, чтобы, если потом там на 9-10 сутки высеется ковид, то человек уже не заражал это время. То есть вот такие и системные меры, и вот такие общенациональные, да, вот я самоизоляция, это общенациональный метод борьбы с ковидом. Это нужно обязательно продолжать делать.
Ну и мелочи, да, там маски, перчатки, да средства. Позже Аслет сдает на COVID-19 ВЛ-тест. Та ЮЛМ майже для республикан Уна Олишес. Владимир Уйба вещала мы тачам позян лунес ине або. Регионен та и вишем черти анализ боштене суерсаиш вуешеслиш юзлиш коды вели мати йитеден коронавирусен либо в небольничне пневмониен вишешескед. А нышта простудаен шимптомьяса квайтымен вид аресиш верштеджик юзлиш. Став окутитишли тести з остирми. Дон буштек та є свочна артмасамон тилиш ліба кукмушки. Се кежло комієн воштасне нушта оті лабораторія, вітаднін. Мєщі часи є ухтаєн, унесене вочене ремонт. Кук ямус мільйона оборудування вуас май помнін. Ол щасыз майшадлы и медик яслы, койгас ужаланы коронавирусын вишу щаскад соттед мунтышам. Владимир Уйба эскадыз. Мы тащарки помкаэс озло. По выплатам у нас есть средства и республиканского, и федерального бюджета. Соответственно, мы на сегодняшний день уже за март полностью закрыли выплаты. И, соответственно, сейчас формируем пул всех медработников, которым необходимы выплаты за апрель. Нужно сказать, что выплаты идут за фактически отработанное время. Вот это тоже надо иметь в виду. То есть, когда врач контактировал, вот это время идут именно за ковид, так называемый. Уджит юкан вилишиема вилечемле. От дистанционне вилечем весна юна отсачне челядликовме мамбатле. Дерташем вилечемыз озвеш парта ясайен пукалам, виштелес Владимир Уйба. Но джикач дугачене отже вилипож. Вилодан министерства вощес ставсе медым челядли вили кокниджик помавне та явосе. Вилодыш да вилечи счастле вичмадесне колана техника. Мы на сегодняшний день передали семьям более 670 единиц техники. Просто ведь это же вот нелинейность этой пандемии, в том числе она нелинейная для экономики, она нелинейная для образования. То есть она вообще ни для чего не линейна. И поэтому, конечно, вот сколько было единиц техники, да, 670, мы их выдали. Это из школ передано, я так понимаю. Передано, да? Прямо во временное пользование для родителей. Понятно. И детишек. Угу. В том числе и дополнительно еще надо же было учителей подкрепить. Надо же обратное. Учителей не у всех. Да, учителям выдали 330 единиц техники. Поэтому, что называется, сколько было, столько отдали. Понятно, что сейчас речь идет о том, что нужно срочно будет дозакупить, и мы это сделаем. Но понятно, что год просто закончится уже. Чорні тисни і сухпайок яс їлиш. Владимир Уйбаленчук тем черті вилига чукор яс сот тисни кукпав. Мы увидели, когда вот этот довольно скудный паёк, вот практически сразу приняли решение. Я сказал, что это недопустимая история, его нужно увеличить. И сегодня паёк – это такой настоящий паёк, на который, как мне пишут, можно прокормить семью. И это очень хорошо, что мы это сделали. Теперь по сути вопроса. Мы с 20 апреля и до завершения учебного года вот приняли это решение, увеличение в два раза стоимости сухого пайка. Соответственно, те сухпайки, которые были выданы за период с 20 по 30 апреля без увеличения, будут увеличены. Сухпайок ясы пыртысны и шоколад да сгущенка. Но кагалыка юм автор шойны оспойж, колы шычыны величанына медым наес вежесны мод вылагавылы. Майшадлы ол шясыз и апрелин автобусын ветерлымыш личет. Отсие воши, вишталаны ол шяс. Юралышлыш уж вычыш эскадыс, мы мучадыс ражаманин. Апрельса проездны ясын позже ветерлыны май помыч. Аса ухта да Сосногорск костын автобус светлем лол адмадыма сымын джескадан улыдам яс бурыдам барын. СКЖ бур вощасный парикмахерской яс. Мы сталкиваемся с прямым контактом, по сути прямой контакт. Риск заражения очень высок. Вот я же там говорил вначале, да, 7-8-9 дней человек не чувствует никаких изменений в организме. То есть он считает, что он здоров. При этом он уже носит вирус и заражает. И вот прямой контакт, это, конечно, мы же понимаем прекрасно, да, уже здесь никакое социальное расстояние нет, и человек наклоняется, да, мастер над человеком, которого он там стрижет или там, да, макияж делает. Но при этом человек не может защититься маской,
Да? То есть мастер обязан иметь маску, но при этом человек не защищен. Клиентам без маски. Да, клиенты без маски, совершенно верно. Да. И вот здесь первая опасность. А второе, мы столкнулись с тем, что вирус очень живуч на поверхности. Вот мы с этим столкнулись в больницах, когда мы обрабатывали больницы после ковидных больных, когда мы их выводили из карантина. Сич ежуаса больнича комис куимиш ежинфицируйтне, медым бурадне став вирус, тавла мунес унащем и гугарвана. Мой ос став асвула ужалыш вермы вичне сымындашайт, медым вичтене воущасес таевишемыш. Республика савлаштия спуртыснынен экономикалыш тай юканца коронавирусыш медьона доймала маяслыда. И герт щемса мыщета канмо, ос поч орчадне воштам нажаткакад, но оныя щукаткада и тай. Я отсагас Йона Колана. А со пуртасны спорт шырын яс тая лыда абунатылца, тая юалымсы купедасны оперативны штаблен чукарчылым дырье, кыс ешес Владимир Уйба. Войс юалым и тырмасы республикан вешкадлышлыш уж вычишлы опыт медым кывкутны регион вэсна. Владимир Уйба виштала тырмас. Отсие да свитво чуж вешкадлыс федеральный медико-биологический агентствоен, кодлан щурасыс экономика юкан. Я совершенно не вижу каких-то проблемных вопросов, которые мне помешают работать и руководить республикой. При этом я хочу сказать, что только тот человек, который там не склонен к развитию, говорит, что он все знает. Я, безусловно, как всегда говорил и говорю, что я постоянно учусь, я постоянно черпаю знания, особенно те, которые мне недостаточны. И в этом смысле нужно, очень важно, собрать команду единомышленников, которая будет работать не на каждый на себя, а работать на результат. И вот это сегодня задача номер раз. Коронавирус вермам барын мечермоган лыдя. Волыны республикалан буд пелесе. Медам аджины регионын сбульвывса олам. Да бурьины отув артмам мучадясыш петантуяс. Таша много чорні і вуджі кутасмунне. Юалам ясе верма щетне буден в контакті пир республіка комі офіціальний лістбокен. Вілочан во став школьніклен ешта стає тулищ помач. Оне вілодами смуна інтернет пир. Уна батьмам заводітисне норачне ми вивте у нащетане гортинучса. Я обращаюсь к педагогам. Уважаемые коллеги, я прошу вас давать посильные задания. Индивидуально подходить к детям с учетом их возможностей и особенностей. И при необходимости и по возможности оказывать помощь родителям. Мы рекомендовали нашим учреждениям образования, они прислушались к нашим рекомендациям, продолжить обучение и в период между майскими праздниками. Наши педагоги хотят реализовать образовательные программы в первую очередь для того, чтобы снизить учебную нагрузку на детей в следующем учебном году. Мы просим вас, дорогие школьники, студенты, родители, с пониманием отнестись к этому решению. Техникум да колледж ясен велочан во помощь асторья график шерти. Он и бать мамлен меду на юалам школа помалыща шерти. Для девятиклассников мы пока предполагаем, что 9 июня они сдадут экзамены по русскому языку, а 16 июня по математике. Но в условиях мер повышенной безопасности. И именно поэтому мы увеличим количество пунктов проведения экзаменов для девятиклассников. Одиннадцатиклассники, как я говорила уже ранее, должны приступить к сдаче экзаменов 8 июня. Уважаемые девятиклассники и одиннадцатиклассники, нам необходимо подготовиться к выпускным экзаменам. Мы предлагаем вам дополнительно воспользоваться порталом дети11.рф, где размещены многочисленные материалы для вашей, в том числе, самостоятельной подготовки. Мы предлагаем посмотреть телепроект «Моя школа в онлайн». Каждый день с 9 до 12 на каналах «Триколор» и «ОТР» проходят телевизионные уроки. Вы можете воспользоваться ими, чтобы подготовиться к экзаменам. Россия савелодан министерствован пас ясны мыщен тябрын вилычущас вермасынин мунны школа. Но и ыны гортын вилычыган коловычны став самедым чилядь эскольчыны учебны планыш.
День Победы шилад Юргис Коми Кывылын. Республика са олыш яс ұтывчесны мирса акция доры. Мылан курамыз шивны Победа илыш чужан Кывылын. Дай верма муныз, кокния эше. Дай гажу, кэти юрши бужья нет. Дай радлу. Чудо чин победы был. Вермен Лунес. Кучипас есть национальная политика министр Галина Габушева. Тая акция став национальность Юзлен Утовчем. Того победа лун пасхины улич яс вылен оз артмы, но каштышны ужит вермем шедедыш ясас позже и гортыш петавтек. Пырычны конкурса верме буден, колосымын юзедны видеоролик интернетен, медбурьяс косты нодасны конкурс коды вермас, петкадласны телевидение пыр. Таяздук кажлэм ян ставыс кольчей гортаныд, далой джой миджайн, став бурса.